Если закончился бензин, что делать? Ну, если он закончился у вас, у вашего автомобиля, поедете, соответственно, на заправку и заправитесь. Но если закончился бензин у таксиста во время поездки, которую вы заказали, это может привести к каким-то последствиям в вашу пользу. Статья на iPhones.ru, спасибо, ребята. Вот тут автор думает, что вы хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда у водителя того или иного таксосервиса заканчивался бензин прямо в ходе поездки. Согласитесь, что ситуация не из приятных, как для него, так и для вас. Но как тогда санкции этой ситуации, сложившиеся, применяются к самому водителю? Давайте разберемся. Яндекс.Такси и Uber. Что с ними, если такое случается? Правило Яндекс.Такси следующее. Если пассажир готов немножко подождать, пока вы заправитесь, не учитывайте стоимости поездки время, потраченное на заправку. А при безналичной оплате пересчитайте поездку через диспетчера до закрытия заказа. То есть ты заказал машинку, едешь, расслабляешься после, например, какой-нибудь работы-халтуры, и ты еще должен звонить диспетчеру и объяснять, что вы стояли 20 минут для заправки. Не совсем удобно. Может быть, как-то в чате, может, в приложении, не знаю. Есть и другой момент, связанный с отказом пассажира в ожидании до заправки. Если он спешит и не может ждать, пока вы заправите автомобиль, вы, в смысле, таксист, то клиент имеет полное право отказаться от поездки. Во-первых, эта поездка для него будет бесплатной, и пользователь может вызвать другое такси, не оплачивая стоимость предыдущей поездки. Во-вторых, рейтинг водителя будет автоматически понижен. В случае с GET не указано, как будет компенсироваться поездка в случае вынужденной дозаправки. В открытых источниках про GET пишут следующее. В случае возникновения технической неисправности в автомобиле, водитель объявляет об этом пассажирам. От себя добавлю, пассажир охреневает от этой информации. Далее. При этом время, затраченное на устранение неисправности, в стоимость поездки не входит. Ну, как в совке. Такси везет, ну, тут какие-то другие. Я думаю, что все-таки, как подытожить, если, то сервисы должны быть на стороне пассажира. И если у водителя произошла какая-то либо накладка, то пользователь не будет в этом виноват. Ему положена компенсация за потраченное время. Ну, вы знаете, можно и опоздать куда-нибудь. Всем пока. Хороших дорог. Не застревайте на заправках.